я не буду. Я думаю, більше скажу ввечері. У мене зараз борються два почуття. Ну, по-перше, це радість, що ви закінчили інститут, набули певних знань, освоїли багато дисциплін, і тепер можете з успіхом ці знання застосовувати. Ну, але інша причина і інше почуття – це смуток. Чому? Тому що ви нас залишаєте. Ну, якщо брати світову історію, то це не найгірша подія, але все ж таки таких, як ви, не буде. Тому більше я говорити особливо не буду. Вітаю вас з цим святом, бажаю всього самого найкращого і переходжу до урочистої церемонії. Я на цю сцену з великим задоволенням запрошую ректора Чернігівського державного інституту економіки і управління академіка Сухаєвського Бориса Івановича. Завідуюча вашої рідної випускової кафедри доктора технічних наук професора Пальшакова Валерія Івановича. І заступника декана Руденка Олександра Геннадійовича. Ну і трошки таких технічних деталей нашої церемонії. Я зараз зачитую наказ. Людина, яка заслужила звання менеджер-економіст, виходить, отримує диплом біля столику, залишає свій дорогоцінний автограф і в якості тріумфатора залишається на сцені. Домовились. І другого року. Згідно протоколів Державної екзаменаційної комісії номер 1, 2 та 3 від 17, 18 і 20 червня студентам факультету менеджменту Чернігівського державного інституту економіки і управління, які закінчили інститут, присвоїти кваліфікацію менеджер-економіст за спеціальністю менеджмент організації і видати дипломи спеціаліста з відзнакою Відченку Євгену Григоровичу. Кілочинському Юрію Петровичу. Котак Оксані Борисівні. Мартиненку Дмитру Олеговичу. Большакову Іллю Валерійовичу. Ясному Василю Вікторовичу. Анищенку Олександру Олександровичу.
Ангович Тетяні Миколаївні. Асєєву Андрію Олеговичу. Бакуменку Вадиму Михайловичу. Білоусову Вадиму Володимировичу. Власенку Ігору Михайловичу. Гаврилю Вадиму Миколаєвичу. Гладченку Степану Михайловичу. Глушаку Олегу Володимировичу. Гориславцю Костянтину Івановичу. Душинок Наталії Дмитрівні. Зініну Дмитру Олександровичу. Зуйку Андрію Михайловичу. Каменецькій Діані Дмитрівні. Кананович Олені Вікторівні. Кардаш Тетяні Святославівні. Кравченку Юрію Петровичу.
Крупській Тетяні Вікторівні. Левченку Ігору Петровичу. Ленцю Олександру Івановичу. Літус Юлії Анатоліївні. Летягіні Ользі Юріївні. Макарову Руслану Юрійовичу. Махнію Юрію Анатолійовичу. Мишку Андрію Володимировичу. Мишку Ігору Валентиновичу. Міненок Оксані Павлівні. Нагорній Людмилі Григорівні. Осипенку Андрію Олександровичу. Осипенко Валентині Миколаївні. Очиченку Юрію Миколаївичу. Павленку Юрію Володимировичу. Панченко Олегу Григоровичу. Пац Марині Іванівні. Пацу Сергію Валерійовичу. Петруку Володимиру Вікторовичу.
Платку Віталію Володимировичу. Thank you.
Томашика Олександра Євгеновича. Федоренка Павла Олексійовича. Харчук Ірині Олександрівні. Чварі Ігорю Михайловичу. Чернільському Андрію Борисовичу. Шабовті Юрію Петровичу. Шамарі Євгену Олександровичу. Шевченко Тарасу Миколаєвичу. Шмигальовій Валентині Юріївні. Шуть Владлені Валеріївні. Шуть Олександру Петровичу. Щекотуревій Юліані Ігорівні. Ну і другий пункт наказу. У зв'язку з закінченням навчання в Чернігівському державному інституті економіки і управління відрахувати вище зазначених студентів. Бурхливі оплески. Шановні друзі, сьогодні, безумовно, свято напередодні нашого Дня Конституції, свято, яке запам'ятається вам і нам на все життя. Ми з вами росли разом, виросли, зростав інститут,
виросли, зростали наші викладачі, виросли і в кінці кінців ми виросли до спеціалістів. Нам тяжко з вами розставатись, тому що ви, як то кажуть, наша плоть і кров. Ви ті люди, які сьогодні несуть наші ідеї, наші надбання в нові ринкові умови. Але я вам скажу, що ви були тою базою, завдяки якій інститут став таким, яким він є, яким він сьогодні виглядає на суспільному ринку. Разом з вами ми проходили всі ліцензування, разом з вами ми проходили всі акредитації, разом з вами ми зустрічали, проводили всі комісії, а вас кожен раз перевіряли на рівень знань, перевіряли на якість підготовки, перевіряли, чого ви варті. І в кінці кінців всі перевіряючі дійшли висновку, що ви варті того часу, в якому ви живете. І тому я від щирого серця бажаю вам щасливої дороги, прекрасної кар'єри, здоров'я, щастя, друзів. І не забувайте наш інститут, приходьте, консультуйтесь, допомагайте нам, ми будемо допомагати вам в цьому нелегкому шляху, тому що в такому єднанні, як ви, наші випускники, і наш інститут, який повинен заполонити всю кадрову систему нашої області, нашими вихованцями, тільки при цій умові ми зможемо перемогти ті негаразди, які сьогодні існують у нас, на нашому шляху. Дай Бог вам щасливий, щасливого життя. Спасибі вам. І я запрошую до слова завідувача випускової кафедри професора Польщакова Валерія Івановича. Ну що, ребята, вот і конец. Хорошо, в смысле слова, нам прийшов. Работать, встречаться, мучиться, терзаться і так далі, так далі. Ну що, я хочу сказати следующее. Вы сейчас находитесь именно сейчас на переломном пути. Вы там молодая генерация, то поколение, которое уже не зашорено, может быть, так как мы теми старыми каким-то взглядами, условностями, и вы можете сейчас резко продвинуть нашу Родину на другой качественный уровень. Вы наша ставка на будущее, а мы как институт. Я как заведующий кафедрой горжусь вами, я смотрю, какие же вы стали сильные уже. То, что красивое, это однозначно, стали сильные, вы стали уже самостоятельно думать. Вот это главное. Ребята, я хочу от лица выпускающей кафедры, здесь сидят и наши сотрудники тоже, но от себя лично. Ну, Борис Иванович сказал, очень хорошо здесь добавить немного, тоже поздравить. Сказать вам счастливого пути, чтобы у вас в жизни дальше все сложилось, и в личной, и в служебной, и в карьере, и чтобы мы с вами не потеряли ту нить дружескую, взаимосвязь, то, что у нас получилось за эти годы. Ну, девушкам, я смотрю, здесь у нас уже всякие, разные и так далее, конечно, красоты, красоты, как в том нашем традиционном третьем тосте. Я вас всех люблю. Давайте дальше дружить и поддерживать наши взаимоотношения. Еще три слова. Не забывайте, что у нас на факультете есть две элитарные специальности, которые формируют топ-менеджеров следующего уровня. Это проектный менеджер, проектный менеджмент, управление проекта, и сейчас по-другому. Это сертификация и стандартизация. Петр Алексеевич, заведующий профессор, здесь находится. Это те специальности, которые еще могут повысить ваш рейтинг. Если кто, что, мы с удовольствием в вашем распоряжении. Всего доброго. Ну, так уже вышло, что наш факультет один из факультетов, где все заведующие кафедры профессоры. Поэтому я запрошу до слова профессора Руденко Петра Алексеевича.
Шановні друзі, шановні колеги, від імені викладачів кафедри технологічних дисциплін, яку ви всі пройшли до одного чоловіка, я вітаю вас з успішним закінченням навчального процесу в нашому інституті і бажаю вам легких і далеких шляхів у майбутньому житті і всілякого щастя. Ось дивлюся на вас, ви вже тримаєте в руках дипломи, ви вже чекаєте, коли закінчиться оця церемонія. Так, вона скоро закінчиться. Не помітите, як прозвучить гімн нашого інституту, пройде день, для кого два, для кого місяць, а два місяці то вже точно, і ви відчуєте, що ви втратили. Наступить ностальгія, вам захочеться завітати до нашого інституту, щоб побачити, потиснути руку нашому деканові, зустрітись з ректором, зайти на кафедру, поговорити зі своїми викладачами. Де у кого буде така можливість, а дехто може покине наше місце, це шляхи розійдуться ваші. Але наш інститут, йдучи вам на зустріч, приготував вам дуже приємну несподіванку. Ви можете ще на рік залишитись в стінах нашого інституту. Валерія Афанасійович вам сказав, що у нас дві дуже престижні спеціальності. Знаєте, життя не тільки швидкоплинне, воно ще й дуже вимогливе. І в наш час для сучасної людини мати одну освіту – це замало. Треба мати дві або три освіти. Так, будь ласка, приймальна комісія вже працює. Дипломи у вас на руках. Завітайте до нас, поступайте на ці нові спеціальності. І ви через рік матимете другу вищу освіту. Всього через рік. Отож, бажаємо вас знову бачити в стінах нашого інституту, і хай вам щастить. Всього найкращого. Ну, і я відходжу трошки від протокольної частини, вона про це не знає, тому я запрошую від імені випускників пару слів сказати Харчук Ірину. Я хочу поздравить всех моих одногруппников, всех с параллельных групп, моих преподавателей. Я хочу им поблагодарить за то, что они учили нас все эти 5 лет, выносили нас. Ну, мы иногда бы не очень хорошо себя вели на парах, например. Ну, я очень рада, что я закончила этот институт и получила высшее образование. Спасибо вам. Как-то необычно. Вот. Но я хочу поблагодарить вначале всех, как бы вот тех, можно так сказать, коллег, которые со мной учились. Я им очень благодарен за ту, как бы вот душевное такое тепло, которое меня приняли в моей группе, где я учился. Все-таки я уж был переведен как бы из финансов в другую область менеджмента. Поэтому мне как бы тяжелее как бы, вот, все-таки было прийти к вам. Ну, хочу сказать в первую очередь большое спасибо ректору, завкафедрой, декану нашему за их помощь, за их поддержку, за то, что они нас наставляли, за то, что они нам помогали во всех наших делах. Ну, и, как говорится, может быть, пускай нам будет будущее светлее и приятнее, если мы как-то потом будем встретимся еще через пару лет и все увидим друг друга уже в другом виде. И, как говорится,
Спасибо большое. И я запрошую на сцену нашего ведущего. Ну що ж, шановні гості, шановні випускники, спеціально до вас, у вашій присутності на цій сцені, вокальна студія «Зоряне небо» дарує вам прощальну пісню «Оже». Оже на сцену. Хто? Вера. А от же за тих буде. Чувствую.
дівчата, тобі кожному своє. Але ж багатство наше повернуться, знання, що багато нам дає. Знання, що багато нам дає. Але бракує вам тільки на сумі, до свідчі не мережі вправи кремо. І в нашій країні, на рідній Євріні, закинути в кризі, тебе не дамо. Так, хай ще й надалі живе і процвітає, і крила, що Богу до неба зніма. Найкращі у світі, наш народ у світі, бо кращого гусу в Україні нема. Бо кращого гусу у світі нема. Ну що, шановні гості, на цьому наші урочисті збори завершено. Хай вам щастить. На все добре. Фотографируемся или нет? Где народ? Подожди. Где? Там, строй. Давай сюда, туда, куда-нибудь. Сейчас мне на фотошоу. Давай, ты прыгай. Сейчас. Девочки, улыбайтесь. Так, девочки, развернитесь. Без краешки. Улыбаюсь. Чиз. Следующий. Следующий фотоаппарат. Я начну немножко, скажу пару слов и передам микрофон всем известному человеку, очень хорошему учителю, преподавателю, супер Дежавовцу. Вам открывать этот вечер.
мероприятиях. Зачем? Выходить уже с рюмкой. И что я вам хочу сказать? Ну... У вас сегодня знаменательный день. Обычно мы, руководство, привыкли каждый выпуск отмечать какими-то эпитетами, типа самые лучшие, первые, первые в новом тысячелетии, первые, кто получил бакалавра и так далее, и так далее. В принципе, ваш выпуск вот таким вот названием «Первый» назвать трудно, поэтому я просто скажу, что он лучший. Вы были в меру... Распущенные. Да, распущенные, в меру ленивые, в меру нахальные, но зато без меры умные, компанейские. Красивые, несмотря на время года, время суток. Предыдущий вечер. Ну и не в меру раскованные, что нас, в принципе, менеджеров отличает. Я долго вас утомлять не буду, потому что желудочные соки, я так чувствую, уже подходят к неположенным местам. Поэтому я вас еще раз поздравляю. Я, так сказать, начинаю это мероприятие. Мои коллеги скажут еще много теплых слов. Поэтому я вам просто желаю успешного, высокого полета. Ну, скажу такую патриотическую фразу, вы можете отнестись к ней скептически наполовину, но все-таки. Пусть в вашей дальнейшей жизни вот этот флаг факультета, которого пока нету. Так вот, пусть вы этот флаг пронесете с честью, будете вспоминать институт как свои лучшие годы, будете нас вспоминать. И для нас это будет самым лучшим поздравлением, самой лучшей благодарностью. Я поднимаю этот келых за вас. Но с каждым не чокаюсь, потому что я так думаю сегодня в процессе. Силёнок хватит. Итак, за вас, высокого вам полета.
Ну что, дорогие друзья, я сегодня уже сказал, вот и пришел конец. Конец или начало, ничего. Я так думаю, это начало вашей карьеры и вашего взлета в будущее. Давайте вот этот пост мы подытожим. Для чего мы сегодня собрались? Ну, во-первых, это качественная грань, запомните. Вот мне говорят, а что мы завтрашнего дня стали умнее? Нет, вы подвели итог жизни. Вы уже не студенты, это психологически надо переварить. Вы стали квалифицированными специалистами, вы стали учеными уже. Вы стали людьми, которые в свою очередь будут учить. Это тот перелом качественный. Поэтому я хочу поднять вот этот бокал за то новое качество, которое вы приобрели сегодня. После того, как вы защитили диплом, независимо от того, как вам кажется сегодня, завтра вы почувствуете, что-то вы потеряли, что-то приобрели. Но вот то, что произошло в этой жизни у вас, это веха. Поэтому за эту веху, друзья, и за счастливое ваше будущее, счастливого вам пути, дорогие мои. С другой стороны, Чельмах, пожалуйста, на фан. Это же Я думаю, все знают, о ком я говорю. Это Валерий Афанасьевич. Дорогие мои, наполните, что там. Есть? А у меня есть. А, Наташенька, принеси мне, пожалуйста, рюмочку. В 1000-каком-то году, ближе, да? Вам слышно? Чуть-чуть. Алло. А кто там? В 1997 году мы вам обещали, что в 2002 году мы соберемся в Старом Чернигове, да? И отметим замечательную дату. И это свершилось, правда ведь? Обещание мы свое выполнили? Спасибо вам за то, что вы помогли выполнить обещание. Два слова. Вы менеджеры. Отсюда вы самые красивые, самые умные, самые талантливые, самые настойчивые, самые сообразительные, самые удачливые, самые счастливые, самые здоровые, вы самые-самые. Я поднимаю тост за вас. Что-то я не разбираю.
Наталья Андреевна выйдет? Я просто мечтал об этом спросить как-нибудь вас. Наталья Валерьевна, что такое планирование? Это был первый вопрос первого билета. Надо было бы выучить. Планирование — такая загадочная наука о том, как правильно вести свою жизнь, чтобы все у вас получалось. Я хочу... вам про сетевое планирование, чтобы ваша жизнь была насыщена как можно большими событиями, чтобы это были интересные события, чтобы в вашей жизни было как можно меньше критических путей, каких-то неприятных вещей, и чтобы у вас всегда все получалось. За вас! За вашу Много людей очень хороших, которые хотят сказать несколько слов. А в данном случае, в данный момент и по случаю того, что закончили сегодня наш вуз прекрасный. Поэтому сделаем маленькую паузу, 5 минут. Я все помню, я тебя не отдам, любовь. Я помню все, пока нельзя любить. Моя любовь, моя боль. И вновь и вновь. Моя любовь, я тебя не отдам. Ты меня, а 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 ты меня,
стола, машины, чтоб тебя пригреть. Ты одна голова, ты бежишь в море, ты голова своего. Я буду вода, на свободе в роде вода. Я буду вода, солнце будет заливи. Я буду вода, на свободе в роде вода. Ты сегодня прошла, ты сегодня не пари. Мой серый городок, видишь, как это дождем. Скоро, очень скоро, снова пройдем за льдом. Ах, номера тех пор, здесь это мое зерно. И у него уже дома, мой загорелый бог. Я буду вода, солнце будет побери. Я буду вода, она зайдет в небесе. Ты сегодня прошла, ты сегодня не пари. I'm gonna make you mine.
Наши встречи вот в этот день, 27 июня, повторялись каждый день. Браво, выключай. Буду служить славе и славе, буду
Спасибо.
А что является визитной карточкой факультета менеджмента? Одни утверждают, что это спортивные команды. Футболисты, баскетболисты, волейболисты и так далее. Ну, в какой-то мере это справедливо. Другие утверждают, что это КВНщики. Да, то есть мы действительно... Да, это тоже справедливо. Действительно, мы занимали... Да, всегда почетные места на этом соревновании. Но в данном случае я говорю и утверждаю, что все-таки визитной карточкой факультета менеджмента являются не футболисты и не КВНщики, а это девушки. Потому что, несмотря на то, что, скажем, факультет бухучетов славится обилием девушек, да, и, в общем-то, финансисты не отстают, но я должен признаться, что самые красивые девушки находятся на факультете менеджмента. Поэтому я хочу, хотя мой тост и не третий, вот, я все-таки хочу выпить за девушек факультета менеджмента. Уже студентка не назвать нельзя. За девушек факультета менеджмента. Женщина, прекрасный преподаватель, Виктория Петровна Руденко. Виктория Петровна, пожалуйста, к нам. Вам слово. Друзья, минуточку внимания.
надеюсь, что вы еще помните мое имя, отчество и уже не боитесь. Я очень рада видеть вас такими взрослыми, самостоятельными, такими красивыми. И надеюсь, что вы тоже захотите еще встретиться и не раз вместе. Пусть не в этом зале, но обязательно вместе. И вот в работе нашего деканата, я должна сказать, есть маленький пробел. Я понимаю, что все традиции когда-то начинаются, и все традиции кто-то должен начать. Я предлагаю, чтобы эту традицию начал ваш выпуск. На нашем факультете еще не установлен официально день встреч выпускников. Обычно это делается весной. Обычно. Но в вашем праве решить сейчас этот вопрос. И я думаю, что мы должны эту дату утвердить, передать ее Сергею Ивановичу, чтобы он официально объявил, когда он ждет вас к себе в гости. Итак, какой месяц? Май. Иметь маленьких деток, трудиться. Поэтому надо привязать этот день к субботе. Какой вы сейчас решите? Первая, вторая, третья. Последняя суббота июня. Последняя суббота июня, Сергей Иванович. У вас протокол с собой? Менеджмента открывает Сергей Иванович, открывают вашу любимую аудиторию. Вы встречаетесь вначале там, а потом где договоритесь. Какую? Сергей Иванович, какую вы открываете аудиторию? Друзья мои, давайте будем встречаться, и за эту традицию мы поднимем бокалы, чтобы у нас был вечер встречи выпускников на нашем факультете. Очень хорошего человека, Филиппа Владимира Георгиевича. Вам слово. Тихо! Я хочу! Тихо! 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 Все, слышишь?
выехать. Да. Сегодня 27 число. Сегодня жизнь распорядилась так, что вы собрались полным составом. Сказали, что вы эту традицию закрепили. Я предлагаю выпить ваше, за ваше студенческое братство. За ваши глаза, которые здесь смотрят. Смотрите в глаза, запоминайте. Это на всю жизнь. Такого больше не будет, к сожалению. Вы разлетитесь, жизнь разбросает вас. Вы начали делать первые шаги в жизни. Они будут разные у каждого. Я вам искренне желаю каждому успехов, настойчивости поставленной цели. Счастья, да? Здоровья, богатства. И как, никогда не предавайте себя. Любите себя через свой труд. За ваш труд, за ваши успехи. За вас. Спасибо. Студентов, даже от одного студента. Но это будет потом.
Я стою на берегу, а с ночью очень долго. Я знаю, куда прийти, хочу на небеса.
пришла, встречая самый зной, потому что ночь нашла. Сезон ночей, разливаю берега, сезон ночей, поросу еще вода. Сезон ночей, разливаю берега, сезон ночей, поросу еще вода. И кораблик поплывем, только вряд ли ты прочтешь все слова разносит дождь. Сезон дождей, раздувают берега. Сезон дождей, разумеющая вода. Сезон дождей, раздувают берега. Сезон дождей, разумеющая вода. Может, берег будет тот, может, просто не везет. Сезон дождей. Сезон дождей. Сезон дождей. Разрываю берега. Сезон дождей. Поразду еще пока. Итак, пока наливается, но это не свадьба, это не свадьба. Это выпускной. Все правильно. Тамаша, Александр. Пожалуйста, выйди, пожалуйста. Саша, ты нужен? Всем! Итак, на сцене Тамашик Александр. Во-первых, мне хотелось бы сказать спасибо всем, кто здесь собрался, кого здесь собрали, так, а в основном преподавательскому составу, который согласился поприсутствовать в этом зале. Мне хотелось бы сказать то, что, во-первых, спасибо преподавателям за то, что они вложили труды в наши группы, за то, что они вырастили за эти 5 лет из нас то, что из нас действительно получилось, и то, что может в этой жизни действительно что-то из себя представить. Вот. А во-вторых, мне хотелось бы сказать спасибо студентам,
которые действительно учились и вложили труды. Пусть в начале учебы они не понимали то, что они делают, но действительно потом я считаю, что все, кто здесь собрались, они поняли, что учеба и окончание института – это самое главное на данном этапе жизни для них. И я хочу сказать спасибо, во-первых, преподавателям, и, во-вторых, студентам за то, что и мы, и вы выдержали это испытание в нашей и вашей жизни. Спасибо вам! Родился в январе, вставай, вставай, вставай. За что жили, мы нарекли.
гигантский босс, мальчишка симпатичный, гигантский босс, с тобой хочу гулять, гигантский босс, с ума сходил отличный, тебя всегда хочу красовать. Ничего без ума, моим страданием, так долго счастье было без воды. Я остался с плодами ночами, но я не приходил на встречу ты. Конечно, маленько не фигури, а тетяню разнала, чем привлечь. Девчонки, ну какие же вы дури, ну как по херми можно пошалеть. Смотрите, и даже я хочу разговаривать. А целоваться было и невестно, и вечером на улице сидеть. И первые твои блатые песни я мог начать и банки на руке. Конечно же, теперь я стал солидным, и парень в гитаре не стою. Знаки во мне, как пузо мое видно, но я вам как юноши спою. Жигарный бог, мальчишка симпатичный, жигарный бог, с тобой как раз. Жигарный бог, с ума сходил отличный, и для себя хочу танцевать. Не надо нас снимать. Как
прессы. Это не для прессы. Ну, мы тебя ждали. Ты в туалет зашла, а потом не вышла. А потом вышла, а тебя нет. А я пошел туда, в зал. Вот этого подцепила. А я говорю, Игорь, там Андрей есть. Извините, пожалуйста, я вас покину. Он все свои неваляшки, блядь, не купил. Администрация ресторана «Старый человек» поздравляет группу номер 3. Okay.
Спасибо, что вы нас выпустили. Спасибо вам за все. За курс. Мы выпустили. Так что давайте. Во всех есть. Выпускники. Счастья. Вам всем счастливой дороги. Первая группа. Особенно первая группа. Для вас смотри Бог, и слезы на горе, стрелка в свет.
вспоминаю эту ночь, когда никто не мог помочь. Разрушив стены тишины, и звуки стали не нужны. Но души села за рояль, и унесла куда-то вдаль. Ни боли, ни любви, ни слез, ни мой ответ. Зажжется сердечко места, как тысячи ночей не спал, и тысячи из мест не спал. Я помню день, как тебя, но эта музыка тепла меня согрела из конца. И мы не принялись вперед, и мой ответ, и мой вопрос. Рояль ночи звучит, звучит на одной души. Зачем же звучит на больной души, городской тиши, твоей души? Зачем же звучит на больной души, городской тиши? Я не буду искать вас. Этот день, который не была тебя. Долгие дни, не могу найти тебя. Не буду.
Здесь лишь его не забыть.